Політика – мистецтво створювати факти. Жартома підпорядковувати собі події людей. Вигода – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях», и с вами в студии Андрей Остров и Игорь Пох. Добрый вечер. Мы продолжим тему конкурсов, которые проходят у нас, потому что это такое нововведение и, собственно говоря, скандала вокруг этих конкурсов и разных других ситуаций, которые иногда нивелируют или каким-то другим способом очерняют эту идею, собственно, предостаточно. И сегодня мы поговорим еще об одном конкурсе. Если вы смотрите наши программы, то вы увидели, мы разговаривали с Ярославом по поводу КП «Дорога», по поводу его участия в этом конкурсе. Сегодня мы в студию пригласили Юрия Любарова. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. И мы поговорим о конкурсе, который проходил на посаду директора областного Дворца культуры, абсолютно верно. У вас был суд, да, суд признал конкурс недействительным, не у вас, а в смысле, Расскажите нам подробности. Давайте начнем вот с чего. Вот конкурс, как вы считаете, насколько он прозрачен, насколько он актуален? Вот ваше сугубо личное мнение, как одного из участников. Я немножко хотел бы отделить, может быть, этот конкурс от других конкурсов, потому что не все конкурсы, которые проходят сейчас на должности, не все конкурсы в законе прописаны собственными законами. Например, конкурс на главных врачей медицинских учреждений, это было такое, как бы, дополнение, я понимаю, это введение местной власти для того, чтобы сделать прозрачным отбор руководителей, да? Что тоже ни в коем случае не говорит о том, что эти конкурсы там одни плохие, вторые хорошие. Но в закон о культуре были внесены изменения зимой этого года, в начале этого года, и, соответственно, конкурс о выборных руководителях учреждения культуры прописан в законе. Uh-huh. Законом четко прописана процедура, со временем, когда что должно было быть, когда что должно было быть сделано. Поэтому этот конкурс четко прописан и регламентирован. И самое интересное, что городское управление культуры в городе эти конкурсы на руководителей прошли вовремя, спокойно, тихо, об этом никто даже не увидел, никаких скандалов, никакого шума там не было, потому что там все было красиво, вовремя, и где-то были тоже по одному кандидату, а где-то тоже были и соперники, и тоже там что-то там спорычалось, и рассказывали свои творческие планы и творческие проекты, но никаких ни судебных, ни других скандалов из этого не вышло, а вот с областью получилась совсем другая ситуация. На самом деле, согласно закону, до конца лета должны были быть разорваны бессрочные трудовые договора со всеми руководителями коммунальных учреждений культуры области. Сколько их там не было бы, там десятки. И после этого объявлены конкурсы на замещение этих должностей. И через 2 месяца после объявления конкурса, то есть 15 сентября 2016 года, все победители конкурса должны быть автоматически, с ними подписаны контракты. То есть все прописано в законе. С победителем конкурса подписывается контракт. Нет там никаких двучтений, разночтений, кто, где, то как. То есть ничего не наводано на откуп, да? Ничего. Нет, на откуп подано что? Создайте комиссию. Местная власть создает комиссию. Комиссия работает. Вот кого комиссия, эти 9 человек, признает победителем, тот и становится руководителем. Если комиссия расходится во мнениях и нет большинства, объявляется второй конкурс. То есть через какое-то время. А если комиссия большинством голосов, 9 человек, из них 5 или больше проголосовала, значит тогда победитель есть и с ним подписывается контракт. И вот до сих пор, вот на сегодняшний день, ни с одним человеком не подписан контракт, ни с одним человеком не расторгнут договор со старым руководителем. Где-то это те же самые люди, да, где-то не было конкуренции в театрах, там, в музеях, в некоторых... Еще в других учреждениях культуры области не было конкуренции, был один руководитель, никто не захотел с ним конкурировать. Угу. Это же человек сам как бы и победил, но даже они процедурно не уволены по-старому и не назначены по-новому. Не говоря уже про те два учреждения, за которые... Это, я так понимаю, лежит вотчина в управлении культуры. Нет, области? Обладминистрация. Обладминистрация. Да, управляющий орган управления, обладминистрация.
Что ж, давайте тогда подробнее поговорим про вашу ситуацию. Что же там вышло? Очень много пересудов, много новостей на эту тему, ну вот из первых уст, так сказать. 6 сентября состоялся конкурс. Соответственно, 15 сентября должен был быть приказ о назначении. О моем приказа не было. Проигравшая сторона воспринимает это как сигнал «а давай», находит какие-то признаки, по которым подавать в суд, и проигравшая сторона продает суд на обладминистрацию о признании результатов конкурса недействительными. То есть это будет новый конкурс, я так понимаю? Нет, вот сейчас еще, вот это, все это время, там 3 месяца, да, там шел этот суд, они доказывали суду, что обладминистрация плохо провела этот конкурс. Были там то плохо, причем вину ставилось, и самое главное, вину ставилось то, что прописано в законе. В законе прописано, что вся работа комиссии идет гласно, открыто, в присутствии людей ведется съемка. А это было поставлено в вину, и суд признал, что нарушение тайности голосования, что во время голосования присутствовали камеры, люди. И это тоже один из недостатков, что, в общем, недостатков проведения конкурса. И на основании суды любят удивлять. Да, тут такое. Но суд это вторично, я хочу сказать еще раз. За все это время не было ни одного препятствия, чтобы победителя назначить руководителем. Ну, власть это отстранилась, и исполняющие обязанности губернатора, прошлый, ну, как бы кто действовал, и новый губернатор, то есть они как бы, ну, не замечают это. Вы там себе там боритесь, а мы посмотрим. Ну, то есть, насколько я понимаю, это же касается не только, да, как вы упомянули, Юра, это касается всех учреждений культуры в области. Да. То есть, относящихся к областной собственности, да? Да. А чем объясняется вообще? Кто-то пытался, ну вот, узнать, спросить и у Вячеслава Боня, да, тогдашнего, ну, и у про свою, я про свой. Ну, про свой, да, ну, кроме вас, вообще кто-либо не еще? Не знаю. Ну, и что говорили? Мне что говорили? Да. По сути, ничего. По сути, просто, ну, как бы, ну... Ничего. Вот, по сути, если рассмотреть ответ, который я получил от Боня, который задал вопрос, почему не это. А вот оно там через облсовет, а потом нам сюда, а оно туда. В законе все четко написано. Никаких областных советов. В законе четко написано. Кто, когда и что. А мне начинают рассказывать, как бы... То есть, насколько я понимаю, увидеть или почувствовать некую предвзятость непосредственно к вам лично, тут сложно, да? Увидеть, если в области никого не назначали за это время. Понимаете, то, что предусмотрено законом. Игорь имеет в виду, что лично против вас на это место, либо вообще у нас как бы хаотично вообще эта сейчас система работает. Я не думаю себе так хорошо. Понятно, что все сидят и думают, как бы мне плохо сделать. Нет, я имею в виду, понятно, что прецедент с судом, да, то, да, что вот да. Там бывший или нынешний там руководитель областного дворца культуры подал в суд, то есть это некий прецедент, то есть женщина, да. Вот, таким образом пытается остаться, да, ну вот любыми путями, исходя из своих соображений каких-то. Вот, но в русском театре та же самая история. Вот, но это... в то же самое время ни в одном учреждении культуры не были назначены, согласно закону, руководители. Да, да, ни вот. В одном другом. Вот. В одном... То есть вот. Это, по большому счету, такой, скажем, провал системы, да, в целом? Я скажу так, это не провал системы, это продолжение работы системы. Система внутренняя, вольно или невольно, сопротивляется любым изменениям, любым какими бы... Хорошо. Можно, допустим, опять же, Вячеслава Боня там упрекнуть в том, что он там не хотел там связываться, потому что он как бы чувствовал себя временным человеком, исполняющим обязанности, все. Новый губернатор что-то говорит? Мне нет. Ну, а вы обращались к нему? Напрямую. Я еще 10-го, в первые числа, когда он появился, записался на прием. Угу. Ну, до сих пор приглашение на прием не получил. Наверное, все-таки есть более важные дела, чем областной дворец культуры. Хорошо. Давайте какую историю рассмотрим. Смотрите, был проведен конкурс, да, было проведены результаты. То есть сейчас получилась ситуация, что истец, в данном случае директор... вот этого действующий, дворца, да. Действующий директор, обвиняет, ну, фактически доказал о том, что областная администрация не смогла провести конкурс. С нарушениями, провела его с нарушениями. С нарушениями, да. То есть, по идее, областная администрация должна подать апелляцию.
Ну, может подать апелляцию. Может, по идее. Да, в противном случае, если она ее не подает, они автоматически признают, что они не могут это сделать, сделали это плохо. А повторный конкурс? И теперь повторный конкурс. Да, и теперь у меня вопрос. Да. Вот, то есть, какие-то средства были израсходованы на проведение конкурса. Сейчас будет второй конкурс. Опять будут израсходованы средства. Ну, учитывая того, что мы живем, ну, в таком, скажем, в сложном экономической ситуации, да, ну, каждая копейка на счету, по большому счету. Ну, у хозяина хорошего, да. А какая вот вообще ответственность предусмотрена? Или конкурсы могут продолжаться бесконечно? Ну, это не ко мне вопрос. Ну, а как вы считаете? Не знаю. Я не знаю вообще, какие расходы понесены на тот конкурс. Ну, я себе плохо представляю, какие могут быть расходы. Ну, дали объявление в интернете. Я не думаю, что сильно большие. Там, ну, сейчас заплатят 550 гривен. Пострадавшие, выигравшей стороне заплатят там. Ну, суд, да, суд присудил, в том числе и заплатить, наверное. Ну, какие-то расходы, которые понес истец. Ну, я не думаю, не знаю, вообще этот вопрос, честно говоря, не ко мне. Я был в этом, как третья сторона в этом суде, как сторона, чьи права могут быть нарушены в случае того или иного решения. Ну, мы при случае обязательно кого-то пригласим из областной, либо администрации, либо из областных депутатов, и обязательно им этот вопрос все-таки зададим. А депутаты тут какое отношение? Как раз распределители средств, они же выделяют деньги. Тут вот о чем речь. Вы понимаете, понимаете, в чем дело? И, ну, как бы конкурс, ну, сама вот эта история, которая в этом году началась вообще по стране, да, вот эти конкурсы шагать начали по стране, это сама по себе очень здравая, хорошая идея. И, собственно говоря, это такой способ убрать вот этот клановщину. Да, вот когда мы привыкли, что приходит новый руководитель, и сразу за ним заходит клан своих людей, да? А некоторые считают, что это неправильно. Но вот если человек работает хорошо и на своем месте уже хорошо доказывает, что он тут ну, правильный руководитель, на своем месте находится, то зачем, ну, как бы человека менять? Ну, так пусть выигрывает конкурс и продолжает руководить, никаких проблем. Понимаете, там... Идея же конкурсов в самом-то деле отобрать лучших, кто будет справляться лучше с управлением, в данном случае, коммунальной собственностью. А как мы знаем, кто будет справляться лучше, если мы ему не дадим это попробовать? Чтобы дать человеку сказать, что ты лучший водитель, чем этот, нужно их посадить за одну машину и дать и одному, и второму проехать одинаковый отрезок пути. А так мало ли горлопанов стоит это, и мало ли чей проект, в чем-то смысл конкурсов. В общем, я говорю про конкурсы, про культуру, про то, что я знаю. Смысл конкурса – это рассказать проект свой, как ты будешь работать год и пять. Это проект, это только бла-бла-бла на бумаге. Как можно определить? Это я как бы говорю словами оппонентов. Почему этот проект лучше, а этот хуже? Давайте эти проекты положим на практику, проведем 5 лет, дадим параллельно одному 5 лет, второму, третьему, четвертому, и поймем, кто из них был прав. Ну тут, знаете, я бы так сказал, наличие проекта – это уже много. Зачастую наши управленцы старой формации, они не умеют даже проектно мыслить. То есть нет видения на будущее. Вот сегодня вот я зарплату плачу, за коммунальное плачу. Вот у меня тут есть три кружка, две художественные самодеятельности какие-нибудь. Хор ветеранов. Вот об этом все и говорили. Говорили, не надо ничего менять. Надо бы сберечь что-то. Не время сейчас менять, товарищи. Что это вы придумали, вот это вот солнечные батареи на крышу положить? Вы что, с ума сошли? Вы представляете, сколько это стоит денег? Но это сэкономит. Это не важно. А что это вот вы собираетесь тут развивать? Нам сохранить надо. Вы же поймите, как только мы что-то начнем развивать, у нас начнет все рушиться. Это все прожектерство. Вот давайте сохраним, вот есть у нас вот это вот, и слава Богу. Вот, поэтому, собственно говоря, ну, мое сугубо личное мнение, вот конкурсы предназначены для того, чтобы осуществить нечто новое, новое видение. Да, мы живем в такое время очень интенсивной информационного засилия, я бы так сказал, да, плюс... вот эти вот проекты сумасшедшие, которые стреляют, там тот же Facebook, который прострелил и стал многомиллиардным, да, это же была когда-то свежая идея, да, какая-то идея сделать иначе, чем есть уже, то есть это как бы, это по большому счету творчество, и, ну, вы как творческий человек, ну, и должны были, собственно говоря, идти с каким-то четким пониманием. Другой вопрос, справились бы вы этим, не справились, то это через год было бы понятно, не надо пяти лет.
Достаточно одного года для того, чтобы понять, осуществляется проект или не осуществляется проект. Или по каким причинам он не может быть осуществлен. Хотя в любом случае, да, представляя какой-то проект, вы должны, ну, должны, директор должен понимать не только, как, он, как этот проект будет выглядеть, конечно, и как его сделать. Как он и это будет осуществлять. Да. Поэтому здесь вопрос, простите, а... В таком проджектерстве, ну, он несколько, несколько такой, очень скользкий, я бы сказал, да. И действительно, почему-то, почему я говорю о депутатах, да, депутаты это первые люди, которые следят за этим майном, и которые постоянно на хвост наступают исполнительной ветке, а все-таки, ну, вот такие структуры, это исполнительная ветка, и на них контроль и должен быть положен. Вот именно поэтому у нас ничего и не работает. Потому что слишком много хозяев. Почему это все работает, допустим, в Одессе? Ну, там, возьмем там отдельную там, какой-нибудь там развлекательный парк. Потому что там есть частник, который один хозяин, и он говорит, ребята, я знаю, как это сделать, надо сделать вот так и так и так. А у нас, у таких, допустим, коммунальных, ну, я сейчас тоже директор коммунального учреждения, да, и просто уже конкретно больше года я работаю, и я вижу как бы эту схему, как она работает. Она работает очень тяжело. Когда много хозяев, когда один говорит, надо делать вот это, другой говорит, нет, 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 нам не надо делать вот это. Подожди, ну это же коммунальное учреждение, да, оно должно зарабатывать деньги, приносить городу какую-то прибыль. Да, хорошо, давайте тогда поставим вот это, вот это. Нет, 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 а что же это мы будем зарабатывать на наших горожанах? Нет, давайте, раз это наше коммунальное, давайте сделаем, пусть дети могут бесплатно приходить. То есть надо определиться, да, либо мы зарабатываем, либо мы наоборот делаем это. И вот от этого многохозяйствования, и происходят все эти проблемы, на мой взгляд. Поэтому система не работает, потому что в каждом данном случае она работает так, как выгодно конкретному человеку. Вот мы за этого человека, да, ну, хотим, чтобы он остался на месте, мы найдем аргументы за это. Вот как мы говорим про суды, да, там можно и так решить, и так решить. А если мы хотим, чтобы этот человек пошел, то мы, значит, вот так вот посмотрим на это. Ну, опять же, исходя из этой логики, да, да, то есть многохозяйствование, вот эти вот все эти непонятные там, ну, для современного человека какие-то там вещи, да, старорежимные, назовем это так, тогда должно быть... должна быть конкуренция между коммунальным, да, и частным. А у нас конкуренции нет. Если у нас бы был бы подобное сооружение, как областной дворец культуры, вот такой же величины, но находящийся в частных руках. И вот рядом, ну, в одном городе, да, находился бы коммунальный, в коммунальной областной собственности, областной дворец культуры. И вот тогда можно было сказать, что... Что выигрывает? Вот частное, либо коммунальное. У нас нет частного подобного. Мы не можем сравнивать, ну, в одном такая городе. Такая структура, частное, как дворец и дом культуры. Либо тогда нужно было бы, как мне кажется, ну это так, я условно, да, так, инициировать передачу, продажу, вернее, областного дворца культуры. Вот смотри, и пусть частники, пожалуйста, берите, покупайте, делайте, что хотите. Областной дворец культуры – это многофункциональный объект. То есть это не только концертная площадка коммерческих концертов. Это и клубное учреждение, в котором занимаются люди по интересам бесплатными. Вот и я платными, об этом и говорю. И бесплатными, и кружками, и коллективами. А частник это не будет делать. Все частник правильно. Может построить концертный зал и конкурировать концертами с концертами. Вы знаете, я думаю тут, знаете, тут лучше другое сравнение. Практически в каждом областном центре есть областной дом культуры. Да? Нет. 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 У нас уникальный Николаев город. Уникальная ситуация. В этом отношении так... он уникальный, да. Да. Вот, видите, везде городские. Городские, а у нас областной. Ну, как бы, а у нас областной... В принципе, это только отношение к собственности. Я имею в виду к тому, что есть подобные такие вот, ну, подобные учреждения, да, культуры, да, и вот, может быть, стоит между ними сравнивать. У кого эффективнее, у кого нет. Потому что, допустим, в Запорожье, как, кстати, и наш Николаевский дворец культуры, он же когда-то был профсоюзным Черноморского завода. Да. И его завод, это был цех завода. Я работал там в конце 80-х годов во дворце культуры, ЧСЗ. У меня был пропуск на завод. Я был работником, по сути, заводского цеха. И так, допустим, в Запорожье сейчас, в Днепропетровске, в других городах, во многих, остались, где живые заводы, они содержат свои дворцы культуры. Нельзя сравнивать. Там, где хорошие, допустим, там, запорожские или днепропетровские хорошие богатые заводы. Зачем? Возьмем, допустим, город Южный. Там есть припортовый завод, и у припортового завода есть свой дворец. Да, вот он как у нас в Октябрьском, вот этот, как металлург, да, новый дворец. Так там, извините за выражение, жир.
в хорошем смысле этого слова. Там нет ни одного платного концерта. Там они приглашают звезд и раздают бесплатные пригласительные своим работникам, и работники приходят и смотрят звезд эстрады. Раньше московских, сейчас киевских, там, международных и так далее. Как можно сравнивать? И наш областной дворец культуры, который живет на средства общины, и община еще думает, дать им на фасад, не дать им на фасад, уже не говоря о том, чтобы там позвать каких-то звезд за свои деньги и бесплатно раздать горожанам билеты. Ну, как бы, сравнивать нельзя. А хорошо, а как вы считаете, хорошо, давайте тогда по-другому поставим. Как вы считаете, вот по вашему мнению, что является показателем эффективности работы такого объекта культуры? Вот если бы я вам задал вопрос, да. Как определить, хорошо работает объект или плохо? Какие вот вы показатели там, ну давайте три возьмем каких-то базовых показателя, по которым можно вот, ну, нашим зрителям, по крайней мере, для самих себя ответить, насколько хорошо работает или вот объект культуры. Даже, пусть даже возьмем не этот дворец культуры, а вообще объект культуры. Вот, как вы считаете? Первое, это упоминаемость в строчках новостей. В положительных строчках новостей. Первое, что можно сказать. Второе, это количество людей, которые туда приходят, уходят и которые там находятся рядом. Пройдите сегодня вечером возле областного дворца культуры. Вечером в темноте, на пустой площади, мы не увидим никого и ничего. Люди прибежали внутрь, убежали. Я не буду говорить такие там количество кружков, количество там детей, которые занимаются. Это тоже как бы очень важные социальные, ну как бы социологические, mm-hmm. социологические такие цифры. Но подойдите сегодня в зимние праздники, подойдите к ДК молодежному, бывший 40-летие октября, да. И увидите там ярмарку, ледовый каток, который там будет построен, ну искусственное покрытие, концерты коллективов и все остальное. И подойдите к областному дворцу культуры в это же время в новогодние праздники. Вот и все, вот и вся разница. А что, нет площади, которую пытались и хотят назвать фестивальной? Есть. А что, нет там площадки, на которой это все можно проводить? Есть все. Нет только одного, нет желания это все делать. Вот и все. Что ж, да, объекты культуры — это очень тонкая материя. Ну что ж, вернемся к конкурсу. У нас осталось буквально пару минут. Каковы ваши планы лично вот после вот участия в конкурсе? Будете ли вы принимать еще раз участие в подобных или в этом конкурсе, который будет проходить вновь? Ну, я еще не знаю, будет ли он проходить вновь, потому что, может быть, областная власть подаст апелляцию и выиграет апелляцию. Я же не знаю, да, как бы, что будет происходить дальше. Если будет конкурс объявлен, я тогда уже и буду думать, суть моего вопроса, да, в том, что насколько вы разочарованы конкурсами и вообще вот этой вот системой конкурсной, которая вот в нашей стране в этом, как участник? Ну, или, как может, это? Наоборот, вы считаете, что вот очень здорово, что конкурсы появились, они по росписи пера назначения? Я сам, как руководитель коммунального учреждения, через полгода у меня заканчивается срок контракта моего, и будет конкурс на мою должность. То есть я буду выведен и буду проходить этот конкурс. Поэтому для меня тот конкурс, да, как бы, как для действующего директора, да, там, конкуренты, которые могут прийти на мое место, для меня это будет каким-то элементом такого взбодрения. Стимула. Да? Стимула, конечно, подготовиться, классики, подумать, подтянуться, там, лишний раз там вымыть шею и так далее, да, как бы. Поэтому я считаю, это хорошо. А разочарован ли я самими конкурсами как таковыми? Нет, не разочарован. То есть я считаю, что это правильно в любом случае. То есть независимо от того, там, как бы, выигрываю я или проигрываю, этот процесс правильный. Мне, извините, 51 год. Я не наивный человек. Я когда шел на конкурс, я всегда понимал, кто этот человек, конкурент мой, кто за ним стоит. И я с этими людьми встречался. Они там мне говорили, не надо этого делать. То есть процесс на самом деле, он больше, шире, глубже, чем... Глубже, да, глубже, ширше и глубже. Поэтому я был готов и к такому исходу. Но как обычно, да, там мы верим в лучшее, надеемся на лучшее, а готовы к худшим результатам, к худшим исходам. Поэтому... Юра, в конце программы, буквально вот две минутки у нас осталось, да, очень многие люди боятся участвовать в конкурсе, не верят в эту систему. Вот я бы хотел, чтобы вы вот буквально пару слов нашим зрителям сказали, тем, кто, да, посмотрит потом в интернете эту программу.
о том, как участвовать в них, насколько это страшно, и стоит ли так рисковать или не рисковать. А чем рисковать? Ну, как бы... ну вот, многие, например, там, многие, например, смущают то, что я вот пойду там против начальника, например, или я знаю этого человека, не пойду, потому что я его там сильно уважаю, ну, хотя хочу. То есть вот, вот эта ментальность такая, ментальность конкурсов, она еще вот осталась как бы такая, угу. Вот, скажем, да, вот вы не побоялись, например, да, вот вы не побоялись противостоять вот действующему директору. Да, не надо так громко противостоять. Ну, я, хорошо, пусть не громко, но, скажем, поучаствовать в конкурсе, да. Поучаствовать в конкурсе и, собственно говоря, ну, наверное, где-то испортить отношения с этим человеком, потому что, ну, где есть точка соприкосновения, где есть точка противоположных интересов, там всегда есть какое-то напряжение. Да, но не всегда бывают испорченные отношения. Если люди мудры, то отношения не портятся. Понятное дело, что как бы, конкуренция никому не интересна. Я скажу так, советовать кому-либо участвовать или не участвовать в конкурсе я не буду. Каждый принимает решение сам для себя. А тот, кто принимает решение, ни у кого не спрашивает совета. Поэтому тут... такое. Кто-то захочет, он придет там и со мной поконкурирует там, или там... с другим руководителем. Ну, в другой какой-нибудь, возможно, да, другой, да, ну, я... В общем, собирайте идеи, уважаемые, да, ну, я прогнозирую, будущие участники конкурса. Я прогнозирую, что через полгода в этот закон будут внесены изменения в обратную сторону. Конкурсы будут отменены. Ну, мой прогноз такой. Ну, через полгода мы вернемся к этой теме, в этой же студии, я надеюсь, потому что вдруг и у нас какие-то конкурсы коснутся. Что ж, спасибо, Юрий, за то, что пришли, спасибо. Рассказали нам об этом конкурсе. Мы действительно с Игорем очень пытаемся следить за теми изменениями, разбираться в деталях в тех процессах, которые происходят в нашей стране, потому что мы живем в эпоху перемен, как хоть китайцы ее и не любят, но имеем. На то они и китайцы. Да, на то они и китайцы. А я прощаюсь с вами, уважаемые зрители, до следующей пятницы. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Смотрите, будет интересно.